Сегодня нет уже такого голубого ясного неба, как вчера. Зато выпал пушистый-пушистый снежок. Тоже скрипит под ногами. Уже не так холодно. Значит, мне не будут так сильно мерзнуть руки, как в эти морозные дни. Но все еще так же красиво. Очень люблю вот такую погоду. Прям обожаю. Так, ладно, все, надеваю лыжи и бегу. Бегу к лыжне. В лесу вот не только лыжники, но и велосипедисты есть. Там с горочки поехал. Перед Новым годом я видела, как строили, не знаю, что это, какая-то снежная баба. А рядом вот с елочкой. Мужчина сказал, что это вот одна елочка здесь такая, выросшая самосевом. Вот, и я сказала, что есть еще. Он сказал, что это посаженные. Ну вот, буду искать. Я как-то в этом году далеко не ездила. Такой дальний круг. Поеду там. Мне кажется, я видела. После праздников, конечно, лыжня такая раздолбанная, но выпал снег, и поэтому катиться, конечно, приятно. Но здесь точно была белочка. Вчера лежало два орешка. Сегодня уже их нет. Вот я добавила семечек для белочки, для птичек. Еще немножко отложу. Так, ну все, можно ехать дальше к другим кормушкам. Вот такая старенькая кормушка-домик. Сейчас подсыплю сюда дальше вот семечек. То утром птички прилетят. Корм мало. О, теперь у них корма много. Я, кстати, теперь катаюсь в валенных варежках. Это моих рук дело. В них гораздо теплее рукам, потому как руки у меня очень-очень-очень мерзнут. Вот у них теплее, чем в двух вязаных. Теплее в этих одних валенных. И я еще под них одеваю иногда тонкие перчатки, но это трудно попасть. Вот. Так что всем рекомендую валеные варежки. Можно ко мне обращаться за заказами. Такая тишина, красота. Ворона пролетела, еще одна. Еще у нас здесь вороны большие есть. Но сейчас не вижу. Не слышу. Немножко прояснилось небо. Так, ну что, поеду. На большой горочке. Так. О, какой красивый овраг. Здорово. А я добралась до вот этого места, где я смотрю, сколько на беседке снега. Снега много, хоть он и таял на Новый год, но снова насыпало много. Вот, буду следить. А сейчас я на пути к источнику. Здесь вот такие есть холмы вдоль тропинки. Есть разные версии их происхождения. Потом как-нибудь озвучу варианты. Дальше у меня на пути сосновый бор. Такой небольшой участок леса, где выросли сосны. Довольно уже взрослые деревья. И здесь еще липовая аллея. Вот такие огромные высокие липы.
Я в этот участок леса где-то в начале декабря, что ли, или в середине декабря, в середине приезжала, но на видео, мне кажется, нет этого участка. Здесь вот тоже есть лыжня. Сейчас я на нее перейду. Вот, смотрите, как здесь красиво. Высокие, высоченные липы. Вон видно, что идут люди. И какие огромные, не знаю, 30 метров, наверное, высотой. Не меньше. Там идет внизу овраг. Сейчас сюда подъеду. Там есть пешеходная зона. Можно подойти к кормушкам, покормить птичек. А еще здесь есть источник. Здесь даже люди берут воду. Я, правда, сомневаюсь, что здесь стоит брать воду для питья. Есть только в каком-то экстренном случае. Вот там вот источник. Это, кстати, такая часовня. Вон там вот за кустиками. Сейчас кустики выросли. Не видно часовни, так что как бы освещенный источник. И вот туда уходит небольшая прогулочная зона по оврагу к пруду. И здесь есть детские площадки. Небо с небольшими облачками. Красиво там закат. Так, ну не знаю, наверное, поеду обратно. Не буду на ту сторону сейчас спускаться. В другой раз покажу. Там вот на горку поеду, прокачусь. Через пару дней, через день. Послезавтра, наверное, покажу, какая там кормушка. А сейчас здесь покормлю птичек и поеду обратно. За ночь так хорошо подсыпало снега. Вчера я здесь ехала по лыжне. Сегодня уже лыжни нет. О, засыпало. Ничего, проложим новую. След на этой земле. Такой вечерний лес. Вот там закат. Хорошо, тихо.